Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс. И мы в Spider-Man 2 идем за черной кошкой. Поехали! Так, значит, опять-таки, я чуть-чуть прокачался. Еще вкачал навыки. Вкачал навыки Майлза, вкачал... Ну, тут я ничего не качал. Гаджеты я тоже не сильно улучшал. Я предлагаю сделать новый костюмчик. Я хочу костюмчик. Какой я хочу костюмчик? Предлагаю поменять им костюмчики. У этого будет вот этот, у Моралеса. Вот такой. Ой, там еще есть разные стили. Ну пусть будет такой стиль. А для Питера в основном вот такой. Вот так вот. Человеки-пауки 2099 года. Вот это я понимаю тема. Супер. Так, теперь... У нас была миссия «Сия свой собственный выбор». Надо переключиться на Майлза. И мы... О, чё там спал? И мы идём за этой. Да. Мы идём за чёрной кошкой. Так, погнали. Так, помним, что ей нельзя доверять, да? Нам позвонила MJ и сказала, что типа ей нельзя доверять. Что там? Ё. Его как будто разграбили. Самое время пустить в ход изобретение Ганки. Какое? Сканирование? Что там? Что там? Что-то там. А, даже так? Нет. Я понял. Царапины. Она там когти точила. Знаешь, типа кот. Ее не видно. Есть царапины с частицами металла. Гляну, совпадает ли с составом ее когтей. А, то есть прям так. Мне надо изолировать молекулярные компоненты металлических частиц. Ладно. А, я помню, был какой-то подобный побочный квест, я не помню. В Эмили Мэй Фундейшн был похожий квест, да. Есть! Вот. Вольфрам, совпадение. Вольфрам. И то, наверное, вот это Вольфрам. Есть! Это она. Ага. Следы. У нас есть остатки. Подошв. Видимо, она спешила. Ага, сканируем дальше. А, стрелы. Я слишком быстро иду. Охотники. Пофигеть! Арбалетные стрелы, выпущенные охотниками. Чё там? А, она типа туда залезла? Она достала что-то из того ящика на стене. А, это ящик. Это ее тайник на крайний случай. Но он пустой. Этого хватит, чтобы воссоздать события. Воссоздать события? Детройт. Ее напали. Но она вырвалась. За ней уже гонятся. Вот почему граждан нужно предупредить об охотниках. Она могла... Держи меня в курсе. О! Хую! Это наверняка она! Но я не знаю, это Скачу она или не она. Предупреждение к спасательной операции. Надеюсь, я не опоздал. Милиция умеет за себя постоять, но охотники могут оказаться ей не по зубам. Волнуешься? Она это или она не? Вот это альтруизм. Она это или не она, но все равно надо проверить, что это тут такое бахнуло. Как ни крути. Че, типа не успел? Они только что были здесь. Куда они могли направиться? Сейчас я проведу сканирование. Еще один ящик. Опять ящик. Этот заперт. Ради него она рисковала жизнью. Надо найти. Надо бы его открыть. Но питания нет. Надо найти еще один электроэтот. Выход. Надо найти еще один. Блокировка? Понял. Провод. Да, надо найти источник. Это оборванный силовой кабель.
Он тянется туда. Поврежден взрывом. И наверх. Ага! Говорил же, надо найти еще один выход. Наверняка генератор может запитать ящик. Так. Как это делается? Нет? Стоять! А, я должен сначала запитать сам генератор. Понял. Поэтому мы и должны играть за Майлза. Паутиной. Ящик откроется. Пык. В смысле блокировка? Что, тебе стекло? Типа мы сначала берем. Ищем другу. Капец! Вроде так. Теперь. И опять мы туда не можем. Еще один выход. Нормально. Ну, почти. Не квест, а квестище. Во. И что же здесь? Получилось. Открыл. Книжка? Париж. Париж? Хорошо знаешь французский? Вообще не знаю. Ну, скидывай, разберемся. Так. Это руководство по эксплуатации некоего жезла Ватумба. Ватумба? Что? Я поищу, что это. Секунду. Чёрт. Она искала волшебный жезл? Мне нужно следовать за ними. А тебе камуфляжа-то хватит? Согласно переводу мистической арканы, это очень древний жезл. Еще до нашей эры. Якобы понятно. Тот, кто владеет им, может создавать порталы, по сути, куда угодно. Прикольно. Типа прикольно. Магия? Если она заполучит такой артефакт... Думаю, это пригодится. То она свалит в Париж. Не отвлекайся, пожалуйста. Тихо, там что-то есть. Там какие-то растяжки типа лазеров. Мы на позиции. Она наша. Нет, она моя. Нифига себе, что ты там такой моргаешь? Она точно внутри. Это надо, их надо как-то сносить. А, чё? А, это... Осветит этот жезл ярко. Да блин! Опа! Опасно. Того. Безопасно. Давай нокаут сверху. Хорош! Либо черная кошка там что-то магичит, либо я пропустил крутую. Блин, вечеринку. Этого. Ай! Того прикрывает тот, а тот того слышит. Надо их как-то... Надо их как-то... обезвредить. Я слышал звук. Услышал. Блин. Все, они типа... Они достаточно далеко? Почему они недостаточно далеко? На, даешь. Теперь ты безопасен? Супер. И теперь мы тебя сносим так. Хорошо. Следующий. А что это там такое наверху? Мы, я же там вроде бы всех снес, не? Ну-ка, иди сюда. А, тут еще этот, блин, сидит. Зрите, а что он мне такую штуку показывает? Там же еще. Что такое? А, это жезл, блин. Птица, та, ё-моё. Обезвреживать-то надо втихую. Тихо. Как вырубить птицу? Птица. Как подсветите мне птицу? И вот так вот. Сноси ее! Что в этом здании происходят странные вещи. И, о. Видимо, это не выдумка. Давай. Наверх. Молодец. Так, ну те они ниже, то есть их сразу же спалят, как только ты попытаешься их накрыть. Вот этого возможно можно. Да, этого можно. Хорошо. И этого можно. Хорошо, окей. Тихо. Вырубай. Так, а как вот как этих повыключать?
это уже вопрос. Я, у меня камуфляж заряжен, хорошо. Отлично. Еще минус один. Так, как вырубить этих? На той открытке написано по-французски. Смысл моей жизни. Лови момент. Я слышу. Нашла кого-то? С Фелицией никогда не знаешь. Опасно, блин. Ушастые. Гады. Ничего, а вот как мне их накрыть? Вот как мне их накрыть? Они тут стоят все близко. Этого сносить опасно. Что, даже с башни? Да, потому что его видит тот. Надо найти что-то аж там. Чтобы пошумело. Вот. Идите на звук и найдите паука! Есть. Теперь этого никто не стережет. Мы можем снести этого. Блин. Тихо, наверх. Этого можем снести. И теперь мы сносим этого. Точняк. Есть. Отлично. Туда хочу. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не для того я птицу сносил, чтобы сейчас таким попасться. В процессе полета. Так, окей. Там и уже никого. Эти два стоят, блин, друг на друга смотрят. Ну как на друга? Рядом. Она на французском говорит. Она сказала на французском, там что-то сказала. Я французском, не француз. Блин. Видят друг друга. Так как, она уже далеко. Дай мне тебя ушатать. Радость. А ту? Может, с башенки? Нет? Блин, скажи мне, что она высоко, давай. О, безопасно. Да куда тебе? Тебе кто-то просил оттуда. Не хотел бы. Хорошо, мы спалились. Ах, да. На, на, на. Во. Всех уложил. Теперь надо выяснить, что там с Фелицией. Сейчас, опа, там внутри еще штук 50. Охотника ей. Она типа получила жезл. Вот это да. Ну чё? Паучок хочет поиграть, а? Ай. Не работает. Так забери паутиной. И прикалываешься. Эмджей! Она украла жезл! И магия! Чистая правда! Что произошло? Кошка, давай поговорим! Да подождите меня! Отвали, не то я отправлю тебя в Тихий океан! Как ты к нам вклинилась? Вы используете все тот же канал. Мальчик, у тебя других дел нет? Фелиция, прекрати! Ты ведешь себя безрассудно! Кто говорит? Это ты, рыжая. Как у вас дела со стариной пауком? Блин, она еще все знает! Смотри! Уже. Блин, она быстрая! Не нужна мне помощь ни от кого из пауков! Знаешь, что умеет этот жезл? Он нужен ей просто, чтобы красть картины! Гроба, зачем ей картины? Я не понимаю, зачем ей картины! Поезд! Поезд! Могли пострадать люди! Куда мне? Да я уже расправил ваши паутиные крылья! О, я им правда понравилась! Покончим. Мы остановим этого парня. Не надо зариться на мой артефакт. Да не надо. Холодно. А я даже шарф не взял. Почему у тебя нет какой-то суперзащиты от холода? Жезл
Кендалл перенес бы нас прямо к Крейвену. Все это не ради Крейвена. Че? То есть она типа с ними? Нет. Она не с ними. Так. Почему ты не желаешь мне помочь? Ты Человек-паук. Ты уже спасал город, спасешь снова? Паук был прав на твой счет. Ты думаешь только о себе. Вообще-то, это не твое дело, но... Моя подруга в Париже. И? И из-за меня она сейчас в беде. Так. Ты бы все сделал для друга. Я ей нужна там. Так. Разобраться бы только, как прыгать дальше, чем на 10 шагов. МДЖ сказала тебе не верить. Она умная. Но ты должен думать своей головой. Блин. Ага. Окей, погнали. Хорошо. Повернись. Но это просто без шансов. Уходи. Открой себе портал. Не могли написать к нему нормальную инструкцию. У тебя получается уже лучше. Но недостаточно. Ничего, мы разберемся. Вместе. Тихо. А ты смелый мальчик. Я Человек-паук, не мальчик. Спасибо. Ладно, Человек-паук. Блесни талантом. Следи. Погнали. Опа. Не попал. Сюрприз. Есть. О, комбо. А нормально? Ну как комбо? Это не комбо, это скорее... Прыгай в портал. Прыгаю. Я здесь. И все равно всех режем. Ай, блин. Прошиб. На. Так. На, на. Нет, блин, под землей. И бам! По-другому прям, смотри, попал. Подброс. И тебе этого. Тресь! Нормально. А ты что думал? Отлести турель, прилетаем турель, 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 турель. Да я уже вдарил, не волнуйся. Бам! Морские львы? Где? Ты знаешь, что они могут разгоняться до 40 километров в час? Кто львы? Они явно пытаются измотать нас. Если я им нужна, им придется меня убить. Хорошо бы до этого не дошло, а? Тихо, тихо. Я помню, там была прокачка такой штуки, что при идеальном уклонении включается регенерация. Я скорее кошетница. И это не собаки. Но такие же кусачи. А что это? Ой, ёханый. Собака дала. Иду. Подкрепление. Аккуратней. Блин, 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 блин. Тихо, 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 тихо. Капец! Собаку, собаку бери! Плакала моя девятая жизнь. Нет, тебя ждёт Париж. И твоя подруга. Ты правда Человек-паук. Нет. Режем дальше. Конец. Так, оплетать надо вот эту фигню. Кради, кради, кради. Есть. Есть, 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 есть. Хопа. Из чего это трех? Из паутины.
Тихо. Блин, это детальники остались. Так, а вот как их сбивать-то этих? Один. Блин, два. Вот не люблю я дальника. В Человеке-пауке по ним тут не очень удобно стрелять. Ой, Йохан. Так, надо что-то взять и запульнуть. Хватит. К ней. Вижу цель. Есть! Я по нему попал. А это куда поделось? Возьми. Сосредоточься. Представь Эйфелеву башню. Нормально. Да мы сейчас еще в Париж пойдем. Ага, но нам зато отдали жезл. Аривуар, Фелиция. Спасибо. Но они тебя там тоже найдут, если ты им реально надо, они тебя и там найдут. Покажи мне Ли. Ах ты. Как? Чё? Вонг? Извини? Чё? Чё это было? Что там с Фелицией? Порядок. Пока. Закончила сюжет? Отправила Джонни. Пожелаю удачи. Все получится. Чё это было? Джезл пропал, появилась чувак, какая-то записка. Что такое? Ты же в курсе, что Мистерио освободили? Мистерио? Он открывает там новый аттракцион. Охотники могут выйти на него. Ты прав. А знаешь, кто еще там будет вечером? Та, в кого ты почти год назад втюрился. Ну, Ганки. Не ганкай мне тут. Не ганкай мне тут. Если не пригласишь ее, нарушишь все законы природы. Ну, посмотрим. Так. Но сначала Мистерио. Да. Ну, а к Ганке и к Мистерио мы пойдем уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Особенно подписывайтесь на канал, ведь 90% зрителей смотрят это видео без подписки. Пишите комментарии, оформляйте спонсорку, нажимайте на колокольчик. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.